Детский сад «Теремок», который находится в селе Проскоково Юргинского района, в этом году отмечает знаковый юбилей – 60 лет со дня своего образования. И накануне этого события его воспитанники получили замечательный подарок – детскую игровую площадку. По столь торжественному поводу в детский сад съехалось множество гостей, в числе которых дарители этого уникального оборудования – Юргинское линейное производственное управление магистральных газопроводов, общество с ограниченной ответственностью «Газпром», «Трансгаз», «Томск». Сегодня мы рады сделать такой яркий и нужный подарок маленьким жителям села, и приятно, что это происходит в преддверии значимого события 60-летия Проскоковского детского сада. Пользование малышей, а на сегодня воспитанниками детского сада являются порядка 100 мальчишек и девчонок, поступило удивительно яркое, веселое, а главное – абсолютно безопасное оборудование в виде различных змеек, машинок, паровозиков. Уникальность оборудования состоит в том, что оно не просто красивое и современное, но еще и функциональное. Все это одновременно различные горки, турники и лестницы, которые будут способствовать, конечно же, физическому развитию малышей. И после торжественного открытия дошкольники не преминули испытать это оборудование на себе. Счастливы дети, довольны родители. Очень довольна, очень нравится вот это оборудование, безопасное, современное. И думаю, что детям это все понравится. Хочется сказать слова благодарности компании «Газпром Трансгаз Томск» за вот площадку, которую они подарили нашим детям. Напомним, что компания «Газпром Трансгаз Томск» на протяжении многих лет проводит активную социально-благотворительную политику на территориях своей деятельности. Так, с 2008 года компания реализует программу по модернизации пищеблоков школьных и дошкольных учреждений Юрги Юргинского района, участвует в приобретении и установке детских игровых площадок на территории города и района. Развитие детей, помощь ветеранам, поддержка нуждающихся – приоритетные направления социальной политики компании «Газпром Трансгаз Томск».